Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня в 5 утра возле восточного побережья Камчатки. По данным МЧС, его эпицентр находился в Тихом океане в 87 километрах юго-западнее села Никольское, расположенного на Командорском острове Беринга. Жители Никольского ощутили землетрясение силой до 5 баллов, жители Усть-Камчатского района до 3, в Петропавловске подземные толчки ощущались силой около 2 баллов, сообщили в спасательном ведомстве. Там подчеркнули, что в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет. После мощного сейсма события возле Командорских островов зарегистрирована серия авторшоков, но в населенных пунктах региона эти землетрясения не ощущались.